Диких лебедей пытались незаконно вывести за границу. Птиц обнаружили сотрудники Россельхознадзора в багажнике легкового автомобиля при досмотре в пункте пропуска Ярак-Козмоляр. Два черных лебедя пытались спрятать в коробках из-под бананов. Владелец багажа – гражданин Азербайджанской республики, а птицы ему понадобились для их разведения в пруду неподалеку от дома. Лебедей пытались перевести без ветеринарно-сопроводительных сертификатов и документов, подтверждающих законность их приобретения. В результате проведенных мероприятий движение автомобиля приостановлено. Составленный акт о нарушении ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза и протокол об административном правонарушении по статье 10.8 часть 1 КОАП Российской Федерации.